Итак, Анша Вдуль. Так, вот внизу. Вот так, Анша Вдуль, братья. Итак, продолжаем делать компроматы на Озона 671 Games. Что мы гигантский парк компроматов после вот. И начнем вот, пожалуй, с этого скрина, который меня поражает до сих пор, что он сделал Провитян. Он Провитян, который он ничего не делал, не делал. Просто из зависти делал это видео, не просто делал. Знаете, какое видео, если, наверное, видели, вот еще подписал. Вот. Это пиздец, он, да, у меня только две пойдет, обогревает ебанутый, но для секса сгодится на один раз. Агрессоры будут в бане, так что уж оценивайте по достоинству. Еще обязательно прикиньте, я даже это не хочу это комментировать. Нет, еще раз почитайте, агрессоры будут в бане, так что оценивайте по достоинству. Надо сказать, они не просто будут в бане, а он еще им несколько страниц отошлет комментарии, как он всем пишет, что вырежет их семью, убьет их родителей, голову детям это отрежет, у тебя на глаза потом тебя выбьет, убьет. Это чисто его слова, у нас половина вот тогда обдулся после люди, которым он такое написал. И он еще говорит в своих роликах, вы меня не трогаете, и я вас не трогаю, типа. То есть не пишите плохие комменты. Когда он оскорблял всех там, все социальные группы, все народы, все нации. Ну не знаю, что тут еще можно, но давайте DJ RTX этого посмотрим. Вот. Ага. Угу. Вот, посмотрите. Он недавно объявился с ним, видимо, он не в курсе был кто, а ты уже залез, с головой уже туда нырнул, но уже некуда деваться, знаете, некуда. Кстати, Озон его называет бабой. И просит не говорить, что он говорит, а то он обидится. Да, кстати, к сожалению, тот сюда не пикнул скрин из видео, где он ходит в вязаной красной шапочке, красных перчаточках и дубленке женской, заплаканной рожей по улице. И на Озон его снял, когда он дома оставил, можете посмотреть на канале, узнать, что это за гейм сзади. Так, это мы ему писали комменты. Вот видите, а вот такие вот оценочки у видео, что Озон, что теряю артификсы у всех, кто предлагателей. Да, давайте погромче сделаем. Увеличим. Так, в минус 35. Но это только начало, и все они теперь тоже. А это жалоба на то, что он в Держащих России с фиксом можно сажать за распространение порнографии. У нас они, кстати, он вставлял в сцены своих роликов. Он же как бы он ворует, как его все творчество заключается. Что музыка, что видео, он пиздит чужое видео, называет его по-своему и кидает ссылку на свою страницу, там, и пишет, оценивайте это, там, еще в конце Озон под свои титры тоже спизженные вставит, вот, а и чтобы прям еще больше популярности, он порнокадры вставляет туда на секунду где-то, и даже не знает, что на YouTube за это сразу банит, и главное, что он начал это делать, это тогда же, когда и подслился, когда он начали Эмма Дедиком называть, он, во-первых, сбрил челку и начал порнокадры пихать и говорить, что типа он не пидор, доказывает всем. Ну, Абдулов-то знает все. Да. Вот. А это вот, это уже Озон с артификсом, персонал, персональные данные доступ. То есть это уже статья сбор персональной информации с распространением в открытом доступе. Да, ну просто, конечно, вот у нас фикс, пожалуйста. 13 подписчиков, вот Гамбит у него, Озон, сказки, вся банда в сборе. Все, вам нормальный человек, тут нет никого. Все замешаны в одной банде. В одной банде всех надо организация преступного сообщества до 15 лет. Вот. И главное еще все там про ГАМАЗы делают ролики, типа, вот, типа, он ушел, зажжет об этом, а сам не понимает, что это Озон довел его до самоубийства, практически издевался, как открыто двоил. Я, кстати, еще скрины сохранил, где он открыт был тем, кто говорит, ГАМАЗ будет там ничтожество, урод, родителям матом обкладывал, пусть он сбросится из окна, за этажа, бить зубами об машину, ха-ха-ха-ха, таким нельзя жить, это не человек, там, типа, он больной, типа, обосранный, этот, типа, хочу, все равно, блядь, буду вечно, там, не похуй. И все данные там, а, кстати, вот, смотрите, что Озон писал про Гиксы, которого покрывают, видите, он, видимо, он решил, что Гикс работает на нас, почему-то, не знаю, почему, правда,
Вот, и променял Geeks вот на этого вот ArcticX, вот этот геймер, он даже плюс один тоже поддерживает, что Geeks урод же и сосет его аншап дверей, блядь, и работает на них. Ну вообще просто. Вот, а вот с чего началось. Я объясню, почему взялись на ArcticX. Нам как бы на пехоту было наплевать на его ход. Мы вообще считаем, что люди не виноваты, что они под влияние этого подонка попали, которых развратил своими роликами всем, даже он меня самого и развратил. Я еле избежал организации. Он кого угодно бы так развратил, организировал, если бы за него не взялись. Вот, и поскольку он долго очень, надо было срочно спасать Озону, уже все способы перепробовали, начали новую тактику использовать, потому что те уже все испробованы, надо бить, сейчас бьем по всей пехоте, по всей пехоте, для того, чтобы он выглядел как прокаженный, больше он никого не мог раскрутить, а он же сейчас держится только на тех, кого он раскручивает. Три человека, он пишет группу, Гамбит, Дерстефикс, еще один там Клизмус, все. Он их просто сам раскручивает, а надо сделать так, чтобы он как прокаженный был, чтобы никто не подумал ему положительный коммент написать. Вот это я пришел и написал ему предупреждение обычно, как всем. Ну вот это он пошел, он там начал гадости писать, да, даже троллить нас пытался как-то, демонстративно удалялся с группы, чтобы издеваться над нами, потом его постоянно записывал, вот-вот что он делал, вот, Клизмус приебался сюда. Угу. Ну все, вот. Да, кстати, за эти комменты тоже можно удалить канал, и, естественно, мы не удаляем их канал, специально хотим, чтобы сами удалили. Наудите, видите, публикует мой адрес. Замечательно. Угу. Ну, то есть статья уже. Угу. И главное, самое даже замечательное в этом, вот что он делает, вот что Озон там доводит, когда нас убить обещает, там тоже взорвать, зарезать, родителей убить там. А если это значит, что мы не можем делать против него то же самое, и нам ничего не будет. То есть он пойдет, как подписал, он написал уже заявление, как такой адрес вывесили, что вот меня троллят обдуловцы, помогите, они меня убить хотят, адрес пишут, оскорбляют меня, обдул, ссылку на Иран, все это отнес в милицию там. Ну, конечно, его там послали, но даже если бы не послали, все равно бы ничего сделать не мог, потому что он нахуй писал гораздо хуже. И, следовательно, мы можем ему еще хуже делать. То есть, почему не имеет сначала, пусть он даже нам один или 10 раз написал, а мы ему миллион раз напишем, и все равно он первый начал, он по-любому будет виноват. Вот как граница уничтожения врага определяется самим врагом. Поэтому, чем больше он бьется, обьет, как рыба, на сковородке, то, следовательно, больше ему же только хуже. Угу. Вот он. Да. Ну, просто. Вот он продолжает сидит. Он думает, все шуточки. Нет, не шуточки. Хакра будет вечно. Вот он что делает. Даже какие-то обращения, издевается над нами. Вот, посмотрите на эту рожу. Да, вот. Гамаза тут пиарит гориллу, Гамаза пускает, смеется над ним тоже. А, Витян обосрал. А когда его спросили, зачем ты обосрал Витян, его ж друзья, а он вот это все, даже на видео назвал его запись, а говорит, что значит обосрал, она и так обосранная. Ха-ха, пиздец. Конечно, Озон только ее обсирал, один издевался. Я показывал вначале, что он прописал, вот статьюшку адепты запустили. Вот обезьяны, друганы или обезьяна, я даже медленно так промотаю, что вы могли увидеть, вот, все. Ну вообще, просто когда он только появился, вот он как пришел, это не я статью писал, вот и оценка. Кстати, вот в чем проблема этих дураков, что Озоны, что Дерстефиксы, люди крайне бездарные, и считают все гениальными, и считают, знаете, что если направить на них, на их сайт большой трафик, какой-то пиар устроить, то они станут там супер популярными вообще просто. Этого не будет, даже если понаправить все жители планеты, вы все только новых троллей наберете и все. То же, как Озон делает. Все обзоры, я не понимаю, что он только народ больше злит этим, и нормальный человек на них никогда не клюнет. Он просто максимум напишет коммент. А вот как они накручивают себе теги. То есть, если раньше они Ютубе на это сделали, сейчас на Ютубе всех их забанили, то теперь они вот смотрите, что делают. Вообще, ебашивают вообще всех. Все, кого только можно, вот сюда, либо просмотры мы шли, вот так они пиарятся, думают, сколько у них просмотров.
Вот, дружки, с этими надо им конкретно в личку слать всем компроматное, на всех, все, что с детьми творил, что про Кавказца говорит, все это. То, что большинство людей, которые это делают, они просто не в курсе этих делов. Хотя посмотрели пару роликов там одних и все. Вот, а вот первая ласточка, когда Озон начал со своих фейков гадить нам и требует закрыть нас канал. Я его не трогаю канал, специально, чтобы он сам удалил. Специально. А он вот первый начал вот такие штуки писать, и у себя на стене потом вывесил, потом в группе вывесил. Ну и пришлось наказать, когда он там, ну я даже это терпел, потому что все равно он ничего не удалил. Уже не понимает, как YouTube работает. Вот, но когда он подослал детей, мясорубка было верование, гамбитов всяких. Так, вот это играет. Гамбитов подослал, то мне детей стало жалко, что он на смерть их послал, и пришлось, конечно, немного поручить его. Ну и наконец закрыть его наконец-то уже. Места не столь удаленные. Вот. Ну давайте Гамбита еще посмотрим. Потому что вы думали, что кара будет вечной, это просто речевой оборот такой, да, речевой оборот. Нет, все, что пишут люди нам на канал против нашей веры, оно сохраняется. Если у нас нету сейчас сил с этим разобраться, или это в наши приоритеты не входит, они будут наказаны через 5, через 10, через 50 лет, даже после смерти. Но Богу будет кара, настигнет, кара вечная. И поэтому мы нам жалко этих людей, мы пытаемся им давать шанс какой-то. Если они слушают, мы это все равно вносится в хроники Бибарана. Идет вот гамбит тут этот. Или нет, вот он гамбит. Вот он что писал, два ролика сделали. Вот он, смотрите, с ним по-хорошему говорит. Хватит, откажись от Озона, хватит, он тебе подставляет. Он даже и сам понимает, но все равно это делает за пиар. Да. Не издевают. Даже фразами, смотрите, Озона говорит, жизни нихуя не достигли. Это только Озон говорит, сидит на съемной квартире, уже руки там лежат, диски с разваленным сломанным компом, голый, с брюхом, блядь, без работы, без ничего, без разорвания. И все его ненавидят и говорят, блядь, вы ничего не достигли, достигнете как я, потом что-то. Да. Ну видите, прям Озон, как будто он прям аккаунт Озона отдал. Вот родители опять же оскорбляют. Все, озонизация, это пример, знаешь, что Озон делает с людьми. И также эти люди, они будут орать и убивать кавказцев, мусульман. Это же все в голос и резать. Это в каждом обзоре Озон говорит, чутки, блин, убить не люди, вы хуф, вы не люрские люди, вот вы там, вы не пидорасы, вы хуже, вы чурки, будет такое говорить. Детям, да, поэтому прокуратура, и надо уже, знаете, сейчас уже надо уже возбуждать дела уголовные против прокуратуры Тульского метро района. Почему она бездействует? Столько обращений было, столько детей обращалось, наверняка. Поэтому надо в генеральную, почему начали писать в генеральную, чтобы она еще и наказала ту прокуратуру межрайонную, которая на это закрывает глаза. На факты вопиющего экстремизма, вопиющего терроризма, экстремизма. Да. Утроспаситель, кстати, про сектантов случаем одна. Видите, а вот он, и вот на вот он выпустил обзор на конкурс Озона, Кубок Озона вот этот вот. Кстати, он же третий месяц выбирает гамбит, потому что он единственный, кто шлет туда эти свои обзоры. То есть, и потом он вешался прямо, то он победил в Кубке Озона, этого качка вот. И сейчас опять прислал, выложил на YouTube. И дальше спокойно работает, что он про нас делал, он бац, и я обзорщик, продолжаю делать обзоры. Так нет, кара будет лично. И вот примерно бежали адепты, тут же за секунду отключил оценки, все удалил, как Озон, сидит в результате. А потом еще и пойдет по статье организации преступного сообщества. Озон же сам их сдаст, он же труслив, вот он что делал. Он даже в группе Озона вот это разместил оскорбление на нас. И даже никто тут не положительный, не, даже в самой группе Озона, не, даже RTX не написал, что это типа хорошо. Ой. Вот он. Вот блок колоды. Вот блок весь гамбита. Вот он. Поэтому пока не поздно. Мы Озону предлагали, и тебе предай Озона, и делай все это против него. Только ты так можешь искупить свою вину. Вот грамота Озона, вот его рожа. Поэтому последний шанс. И доводи до греха. Абдулов миллиард милосердный. Бога сатана. Ой.
Ладно, Аншадуль, вперед за Дуламиру, не Аншадуль.